Пирог с творогом и шоколадом. Ингредиенты. Мука 300 грамм. Сахар 100 грамм. Сливочное масло 100 грамм. Яйца 2 штуки. Разрыхлитель 1 чайная ложка. Ванилин 1 грамм. Творог для начинки 500 грамм. Сахар для начинки 100 грамм. Яйцо для начинки 1 штука. Шоколадная крошка 100 грамм. Процесс приготовления. Смешать муку, сахар, масло, порезанное на кусочки, яйца, разрыхлитель и ванилин. Замесить тесто, завернуть в пленку и положить в холодильник на 30 минут. Творог протереть через сито, добавить сахар, яйцо, перемешать. Мелко порубить шоколад или взять шоколадные капельки, добавить к творогу. Раскатать тесто и уложить смазанную маслом форму, формируя высокие бортики. Оставить немного теста для украшения. Внутрь положить начинку. Украсить верх пирога полосками теста. Можно сделать еще и сердечки. Выпекать 40 минут при 180 градусах. Но так как все духовки разные, нужно контролировать процесс.